Приветствуем вас, дорогие друзья, в лице части группы АВРИН, Алексей Завешник, менеджмент. Вячеслав Завешник, гитара. Этим видео мы хотим представить вам нового фронтмена группы АВРИН. Года из коллектива предыдущего вокалиста Вахтанга Задиева. Стал очень острый вопрос, кто будет исполнять материал альбома Hell Nerds. Да, потому что вокальная планка этого альбома была поднята довольно высоко. Начались поиски новых музыкантов, было несколько кандидатур на должность нового фронтмена, среди которых был выбран Александр Наумчик. Меня зовут Александр Наумчик, и я новый вокалист группы АВРИН. Раздался звонок, мне позвонил Алексей и рассказал о группе АВРИН. Я был крайне заинтересован, после чего подготовил несколько треков, и мы встретились на репетиции. После репетиции было все понятно, с обеих сторон был контакт, и было взаимное согласие о дальнейшей совместной работе. Постов в интернете о том, куда делся предыдущий состав группы АВРИН. Но на самом деле все это пошло гораздо раньше, чем это было на самом деле. То есть взять, наверное, начало записи альбома Hell Nerds. То есть первым от коллектива откололся стал Максим Гаранин, записав один трек и исчезнув по-английски. Был откровенный разговор о том, что можно дальше делать с группой, как дальше развиваться и вообще что делать. Альбом есть, а никто его не готов играть. Откололся барабанщик Александр Мамородина, сославшись на трудное семейное финансовое положение, потому что не может уделять группе достаточное количество времени, чтобы заниматься творчеством. И уже финальной частью всего происходящего произошел разговор с Вахтангом, где мы поняли, что дальнейшее развитие группы, у нас видение немного разное. В том числе продуктивно работать мы поняли, что мы сможем совместно. И Вахтанг покинул коллектив, мы расстались с друзьями, мы до сих пор общаемся. Ему большое спасибо за работу, которую он внес вклад огромный в коллектив, поднял ее на должный уровень. Вот. Ну и вот сейчас большая надежда на то, что с Александром Наумчиком мы достигнем новых высот, и это будет ничем не хуже, чем предыдущество, а даже лучше. В данный момент мы работаем сейчас над новым материалом, в частности, над новым синглом, который будет состоять из нескольких песен. Эти песни войдут уже в новый альбом, в будущий, так сказать. Да, работа действительно ведется, и альбом Hell Nerds никогда не был представлен на концертах. Поэтому мы готовим и адаптируем старые песни для того, чтобы представить их вам. Должно быть действительно круто и интересно. А я с точки зрения менеджера занимаюсь доукомплектацией музыкантов, недостающих во время, в частности, требуется барабанщик. Барабанщик не просто, а толковый, головой думающий, и соло гитарист в коллективе. Есть уже переговоры с некоторыми людьми, озвучить фамилии не буду, чтобы, так сказать, не спугнуть, но тем не менее работа ведется в этом направлении. Сейчас
Сейчас мы готовим новые треки и ищем новых музыкантов, которые дополнят наш состав. Следите за новостями, ждите новой музыки, это будет очень интересно. Ну и, конечно, ждите концертов. Все очень скоро.